Всем привет, друзья, с вами Realize. На самом деле за выходные произошло очень много всего интересного, хочется вам это все рассказать, но YouTube устроен таким образом: когда я в день снимаю более одного видеоролика, он вам предлагает только первое видео, второе видео в рекомендации не попадает и остается без просмотров. Соответственно, та информация, которую я хочу до вас донести в этом видеоролике, она до вас не доходит. Поэтому попрошу вас создавать максимальную активность под каждым роликом, пишите любой комментарий, ставьте лайк, и YouTube начинает чаще рекомендовать мои видеоролики, я хотя бы смогу вам по несколько видео снимать в день. Потому что в планах вам рассказать про баг, с помощью которого можно фармить больше опыта, чем вы это делали ранее. Конкретно сегодня мы поговорим про гидролихорадку. Появилась она, конечно, на фоне того, что гидра довольно-таки много стоит. На данный момент она стоит практически $35, ну и вообще она прыгает в диапазоне от 34 до 38, в зависимости от того, сколько стоит VMX на рынке и того времени, когда вы пытаетесь продать или купить это гидро. На фоне этой лихорадки люди начали массово скупать NFT-карточки 85 уровня. Помните, я вам рассказывал, что самое главное в игре — это уровень, и в который раз игра это еще вам доказывает. На данный момент самые крутые карточки — это от 85 уровня и выше. Здесь уже не важно, как одет ваш персонаж, если есть 85 уровень, вы можете залупить за него большую стоимость, потому что этот персонаж вам будет приносить реальные деньги, а точнее владельцу, который его приобретет. Сейчас мы находимся на сайте NFT, где продаются карточки персонажей, стоимость которых существенно поднялась из-за того, что в игре появилась гидра, и выгодно теперь не продавать персонажа, а на нем зарабатывать. Те же самые индийцы, которые за 300, за $350 скидывали карточки, отменили свои продажи и понимают, что лучше оставить пока это себе и на этом посидеть, позарабатывать. Самую дешевую карточку, которую я мог найти 85 уровня, это 1000 баксов. Ну и давайте теперь посчитаем. Человек тратит на эту карточку 1000 баксов, и сколько она ему будет приносить в месяц на данный момент. На самом деле точно посчитать просто невозможно. Мы можем только предположить, поскольку курсы постоянно меняются, то вверх, то вниз. Гидра, если вырастет в два раза, то, соответственно, человек заработает в два раза больше. Ну и то же самое с Вемиксом. Только у Вемикса, мне кажется, ситуация гораздо попроще, потому что вряд ли он опять будет стоить там $1.5 или $1.6. Так как было раньше, поскольку у разработчиков планы на 2022 год просто огромные, хотят занести они более 100 мобильных игр в свой проект, которые будут сидеть на системе Vemix. Тем самым крипта Vemix только закрепит свои позиции. Еще раз повторяю, если у вас имеется персонаж 85 уровня, то вы можете прокачать гнездо гидры до 6 левела, и она будет делать по 10 септарий в сутки. На данный момент это гарантирует вам по одной гидре в день. Теперь берем стоимость гидры на сегодняшний день и умножаем на 30 дней. Получается, что вы за 30 дней заработаете 1047 долларов. Но это не чистыми, поскольку вы будете постоянно перерабатывать драков гидра и забирать себе вот эту вот разницу. Давайте сейчас посчитаем эту разницу, и я вам скажу, сколько вы чистыми будете зарабатывать. Чтобы создать 24 драка, вам понадобится $26. Из этих $26 мы вычитаем как раз таки ту стоимость гидра на данный момент. И выручка у вас получается по $8.5 в сутки. Мы берем $8.5 и умножаем их на 30 дней. Получается $255 вы можете заработать на одном персонаже 85 уровня. С учетом, что вы каждый день будете покупать гидра, а потом продавать и так по кругу. И это без учета того, что гидра может вырасти в два раза спокойно. Либо может она упасть, что вряд ли в ближайшее время, думаю, она только будет расти. Если она вырастает в два раза, мы эту стоимость умножаем на 2. Также VMX тоже может вырасти, и, соответственно, доход ваш увеличится. Плюс ко всему, помимо того, что вы каждый день, например, закупаете гидро, вы можете сидеть, следить за курсом, закупать гидро тогда, когда она дешевая, и продавать тогда, когда она дороже. И на этом можно делать по пол VMX в день свободно с одной гидрой. И, соответственно, это еще большая прибыль. Для наглядности давайте умножим это на курс доллара, и в итоге получается, что в месяц такого персонажа вы будете иметь примерно там 19 тысяч рублей с учетами всяких НДС. И еще раз говорю, это посчитано на сегодняшний день. Не забывайте, что, скорее всего, эти курсы будут расти, и вы больше заработаете. Естественно, человек, который приобретает такого персонажа, он ему будет приносить постоянно какой-то доход в месяц, точнее даже ежедневно будет приносить доход, и даже если курс в итоге упадет, вы потом спокойно этого персонажа скинете чуть за меньшую стоимость, в любом случае останетесь в плюсе. Именно поэтому сейчас такие персонажи скупаются, и 85-й персонаж очень ценится в игре. Для чего я записываю подобный видеоролик? Очень часто задаете вопрос, как на этом проекте можно заработать, когда нельзя было зарабатывать. Я так и говорил, что нету смысла
залетать и зарабатывать. Сейчас заработать можно, но вам нужно либо вложиться, как я это вам ранее показывал, персонажа. Вы можете купить себе послабее персонажа, не за 1000 баксов, можете взять за 500, он вам будет приносить поменьше прибыли, но в любом случае прибыль у вас будет. Либо прокачать самостоятельно самому такого персонажа. И не стоит забывать, что вот этот вот курс, а точнее стадии, будут постепенно расти, и впоследствии вам перестанет хватать септарий, чтобы каждый день делать гидру. Но вы сможете ее точно делать через день на длительной перспективе. То есть как минимум 15 септарий в месяц у вас будет. Дальше все зависит от курса. Ну а теперь давайте подытожим. Те люди, которые хотят на этом заработать, продавая своих персонажей, я вам пока советую персонажей не продавать. Эти персонажи могут вам действительно заработать денег. Вы докачиваете их до 85 уровня, и за 85 уровень, если вам все это надоест, вы можете скинуть его за гораздо высшую стоимость, чем вы планировали. Например, у вас есть 80 уровня персонаж, зачем вам скидывать его за 500 долларов, когда вы можете докачать его до 85 и скинуть за 1000 долларов, то есть в два раза дороже. И пока он у вас прокачивается с 80 до 85, вы можете на этом еще и заработать. А можете и вовсе оставить персонажа как пассивный доход. Тут уже решать вам. На сегодня это все новости, вся информация. Если вам нравятся ролики подобного типа, пишите об этом в комментариях. Я продолжу снимать и рассказывать, сколько можно заработать на персонажа. В чем преимущество гидра от того же драка, что было ранее? То есть ранее вам нужно было постоянно отвлекаться на копку, вы не могли свободно играть, а здесь вы свободно играете, в день создаете гидру, просто переработали и играете дальше, это вас никак не отвлекает от игры. То, что я сейчас копаю, это просто на фоне, пока я с вами общаюсь, и мне нужен Darkstein для того, чтобы апнуть себе подвиги. А на этом я буду заканчивать свой видеоролик, увидимся с вами в следующих, всем, друзья, удачи, всем пока!